Чувак, ты чё? Если у девушки есть ребенок, то эту девушку нельзя полюбить, типа, или чё? Я думаю, у многих людей тут есть неродной отец. И он любит этого ребенка, хоть этот ребенок не от него. Меня много кто любит, хотя я и с ребенком. Ребенок — это не проблема, понимаете? Если мужчина любит женщину, то ребенок для него будет не преградой. Вот так вот. Так что не надо такое говорить. Одному хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому.